13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение впервые в нашей студии высказывает член Общественной палаты Кировской области нового созыва, 4-го, журналист Владислав Крысов. Влад, привет. Добрый день. Мы пройдемся по самым ярким событиям минувшей недели. И одним из самых впечатляющих, пожалуй, является задержание Леонида Ефаркина по делу Парка Победы, да, завод охотничьего оборудования, длинное, большое, громкое дело о сопротивлении населения против отторжения земель, прилежащих к парку, в пользу жилищного строительства. И вот задержан человек, который, собственно, всегда говорил, что все по закону, все приобрели вовремя, в срок, за 300, сколько там, 80. С небольшим тысяч рублей. Теперь он задержан, его допрашивают, и как ты думаешь, насколько ожидаемо было это задержание, и после этого задержания на полном серьезе пойдут еще более серьезные и громкие задержания, как тебе кажется? Ну, во-первых, наверное, все-таки неожидаемо, потому что очень долго это идет борьба, и очень долго длится эта история, да, и казалось, что она уже канула. Но, тем не менее, да, неожиданно, наверное, было. Ну, и отчасти мне даже Ефаркина, Света, жалко. Знаешь почему? Потому что человек, на мой взгляд, не смог побороть свою жадность. Я вот помню в бытность, когда мы делали с Артемом Паникаровских нашу авторскую программу «Точка зрения», мы тему Парка Победы поднимали множество раз. Мы были множество раз там на месте и во время пикетов, и во время всего. И очень четко тогда, я помню, в одном из сюжетов Артем подметил, на всех этих мероприятиях Ефаркин был. Он тихо стоял где-то в толпе митингующих, где-то, значит, со стороны оправдывающихся, но он там был. То есть теоретически и фактически он знал, что происходит. Он знал. Это вот, знаете, у меня недавно знакомый рассказывал, я, говорит, очень мечтал о машине, и мне ее подогнали, да, а оказалось, что там перебитый номер на раме. Я, говорит, не стал брать, потому что, ну, вдруг это чья-то ворованная, да, и вдруг кто-то сейчас ее ищет, так как я ее возьму, да. А человек знал. Человек знал. И он просто не поборол свою жадность. Поэтому вот так. И ведь он там был не один. Во всем этом деле он был не один, и все фамилии, самое главное, всех абсолютно... Неопределенный круг лиц. Да, этого неопределенного круга лиц мы публиковали, все СМИ публиковали, кто, когда, у кого купил, кто подписал, за какие документы, деньги, документы, кто учредитель. Все публично, все в открытом доступе, мы знаем, какие там фамилии стоят. И вот Ефаркин первый, а еще прошел слух на прошлой неделе, и даже кто-то из наших коллег в СМИ написал, именно ссылаясь на собственные источники, что задержана Наталья Мамедова, глава департамента муниципальной собственности, а когда мы звонили в Следственный комитет, нам говорили так: пока не подтверждаем. Ну, Свет, ты прекрасно понимаешь, что Наталья Мамедова выполняла распоряжение БУСа. Правильно? Правильно. То есть она вряд ли могла таким, скажем так, куском земли лакомым распоряжаться по своему усмотрению. Правильно? То есть это явно в интересах неопределенного круга лиц и при содействии, а может быть, командах неопределенного круга лиц. Вот что тут важно знать в этой истории на данный момент времени? И какого продолжения или окончания этой истории можно ожидать? Ну, все-таки все равно вот в этой истории, мне кажется, самая главная такая и жирная точка будет, это когда вернут парк людям. То есть вот это действительно, его действительно украли и крали его планомерно. Я помню, когда мы делали сюжеты оттуда, я несколько раз, много раз выезжал туда, и там делалось все очень хитро. Люди не понимали, почему вдруг одна часть парка начинала превращаться в какие-то руины, свалки и помойки. А делалось все очень просто. Если ты не убираешь кусок парка, автоматически, значит, большая площадь становится помойкой. И потом очень легко сказать: ну смотрите, это же помойка, а мы из нее сделаем что-то ого-го. То есть сначала планомеренно сделать помойку, а потом сказать, прийти такие спасители на конях, да, сейчас. Похоже на мусорную реформу, которая сейчас один в один, да, один в один. Вот исчезают контейнеры, вот посмотрите, все завалено мусором, и приедет благодетель на белом коне и скажет: посмотрите, я все сделал. Понятно, это стоит денег. Там была точно такая же история. Это все делалось планомерно. То есть это все было продумано.
Так сомнений не вызывает у тебя. И сейчас очень хочется, чтобы жирная точка была поставлена, которая логично будет, да, если я... А вот смотри, понимаю. Вот в то время разные спикеры и активисты, которые к нам приходили, которые там были, они говорили по-разному немножко. Кто-то говорил, что вот верните Парк Победы, пусть будет большой парк людям, и это нас удовлетворит. А кто-то, как Дмитрий Михайлович, например, русских, он говорил, что нет, этого мало. Вот когда будут посажены главные люди, которые ответственны за этот процесс, вот тогда будет жирная точка. Ты думаешь, сейчас чем удовлетворится большая часть горожан? Очень сильно я боюсь, что главные люди посажены не будут, а будут наказаны те люди, которые, скажем так, в этой игре были тоже пешками. Вот это очень не хочется, потому что действительно это было все сделано очень нагло. Практически на глазах всего города, да, и очень хочется, чтобы были наказаны все-таки главные люди. Те, кто ставили подписи, те, кто все это дело проворачивали, да, пусть следствие ответит, кто этот неопределенный круг лиц, мы пока так и будем говорить. Но, вот, честно говоря, очень... Хотя я тоже ярый противник, мне очень жалко людей, которых сажают в тюрьму, да. Понятно, что хотелось бы, чтобы эти люди лучше бы каким-то образом из своего кошелька расплатились, да, за то, что они нанесли такой ущерб. Но тем или так или иначе, либо то, либо другое наказание, оно, ну, вот очень хочется, чтобы было. А круг пострадавших ведь очень велик, от местных жителей и не совсем местных, локальных, да, сообществ, до наших воротил девелоперского бизнеса, которые тоже пострадали, да, мы сейчас говорим о КСМ. Ну, воротилы девелоперского бизнеса, они, по крайней мере, это их бизнес, и они свои риски закладывают в свой бизнес, правильно? Правильно, мы с вами, которые сейчас не, ну, вот в каком-то в таком состоянии, люди, которые рядом живут, да любой из нас, да, мы вообще тут невинно пострадавшие, мы эти риски в свою жизнь не закладывали. Ну и последний вопрос, который касается этого дела, естественно, мы будем продолжать следить за ним. А как ты думаешь, все-таки вот такое сильное движение, оно пошло очень активным, да, движение, даже, как ты отметил, в какой-то момент времени опускались руки, и казалось, что все сойдет на нет, и тут за этот год... Просто ряд крупных заявлений, задержаний, активной работы прокуратуры, Следственного комитета. И вот мы что видим сейчас на данный момент. Благодаря чему все это случилось? Свет, ну давным-давно все говорили, и тот же Дима Русских, и очень много кто говорили, ждут отмашки. То есть тут, к сожалению, замешано, на мой взгляд, тоже я соглашусь с ребятами, которые это говорили, тут замешана большая политика. Большая политика выполнила какие-то свои задачи, и сейчас, да, сейчас должна быть, видимо, была некая отмашка. Потому что, ну, удивлялись все. Все все знают, все все видят, но никто ничего не делает. Прокуратура, которая боролась там в тех же судах, я помню, я был на том заседании, когда они с квадратными глазами выходили и говорили, ну, вот такое решение. Отмашка насколько сверху? Регионального уровня, федерального Нет, уровня? Мне кажется, все-таки федерального уровня. Ну, и ты ожидаешь, насколько я поняла по твоим словам, все-таки еще более бурного развития и какого-то громкого завершения. Я хочу верить, что это будет. Да, это особое мнение члена Общественной палаты Кировской области журналиста Владислава Крысова. Мы продолжаем. Вот сейчас начнем до короткого перерыва, после него продолжим. Дирекция дорожного хозяйства ищет способы разгрузить улицу Московскую. На прошлой неделе вместе с представителем ГИБДД они здесь были, в этой студии, в программе «Дневной разворот». Пробка, которая образовалась в связи с открытием торгового центра «Макси», даже выходные присутствуют, наверное, ты заметил. В субботу, вот в воскресенье еще как-то отдохнули, а в субботу он был. И к Новому году, как говорят представители ГИБДД и администрации, снова будет нешуточный коллапс, потому что туда съедутся люди с района. История про открытие центра торгового, огромного, в центре города и последствия в виде транспортного коллапса. Это история про что? Свет, это история про то, что это определенный круг лиц. Это уже не неопределенный. Это определенный круг лиц, который подписывал все вот эти вот документы на строительство там вот этого торгового центра. То есть этому определенному кругу лиц абсолютно наплевать на горожан, потому что и так было все понятно, то есть там пробка была всегда, и наоборот все время ломали голову над тем, как от нее избавиться. Путепровод, который непонятно как расширять, и это огромное вливание. И на Московской, и на Воровской. Там была всю жизнь пробка, и абсолютно ясно, что любая толика какая-то, которая вот добавит там хотя бы чуть-чуть, она вызовет коллапс. И в данном случае очень странное решение, да, вместо того, чтобы решить вопрос с пробкой, вот там вот каким-то кардинальным образом, там сделали еще хуже.
прервемся на полминуты и насчет странного решения все-таки. Чем такое странное решение может быть обосновываться для определенного круга лиц, мы поговорим после перерыва. Да, программа «Особое мнение» продолжается. Ее ведет Светлана Занько, и свое особое мнение впервые в нашем эфире высказывает член Общественной палаты Кировской области, журналист Владислав Крысов. Ну, слушай, Влад, смотри, да, определенный круг лиц, он действительно определен, потому что были подписаны документы не в прошлом году, а при прежней команде, и тогда эту команду возглавлял со стороны администрации господин Перескоков, со стороны Гордумы господин Быков. Снова Владимир Васильевич, которому, в общем, по Парку Победы тоже предъявляют все время, да, и звучат заявления и объяснения людей из ГИБДД и даже из самой администрации, что предупреждали, что нельзя строить торговые центры в центре города больше, супермаркеты не надо открывать, да, что нужно решать проблемы с транспортом, что мы не рекомендуем, и все равно в итоге принимается решение, и подписываются такие решения, и строится такой торговый центр. Вот здесь все-таки кто виноват, как ты считаешь? Эти два человека, или там связанные с ними люди плюс, да? Или исполнители, которые могут сказать «нет», в конце концов. Или мы, общественность, которую упустили, допустили, не пришли на общественные слушания и прочее. Вот вся вот эта цепочка, на твой взгляд. Где здесь главные звенья? Но здесь главное звенье, во-первых, наверное, их еще описал Салтыков Щедрин. У нас ничего действительно не меняется. И даже вот на современном этапе, когда я знаю много людей, которые либо пытались, либо каким-то образом, значит, были задействованы в цепочке из городской администрации, совсем они из других городов, они брались за голову после того, когда они всю видели систему, насколько здесь очень сложно и трудно делать какие-то, скажем так, хорошие вещи, да, и насколько здесь сильно лобби. Лобби настолько сильное, что местное, что абсолютно плевать на то, как это будет, чья это была земля, где сейчас стоит Макси. Это Сах? Спецавтохозяйство, угу. Это Сах, там есть конкретные владельцы, так? Ну вот кто, зачем вот там это построили и кто это подписал? Вот и все. Вот и все. Посмотреть на эти вещи, как с Парком Победы, и вроде все становится ясно. Да. Но вот сейчас задача стоит другая у властей. Задача стоит разгрузить этот перекресток, найти решение, а это значит, что это большие финансовые вложения. За наш счет. Бюджетные, очевидно. Кто-то очень хорошо получил с этого участка, сейчас кто-то будет на нем зарабатывать деньги, а мы будем платить, мало того, что ехать по пробке, так еще и платить за то, чтобы сейчас все это дело разгребали. По Максе там еще одна интересная история по этому торговому центру. Мы ее разбирали в нашем эфире и в общественной палате, вот куда сейчас ты тоже входишь. Предыдущий арендатор, который собирался зайти туда с торговым центром, обещал построить, и это было в проектной документации, построить для горожан там еще парк на берегу Люльченки. Горожанам это бы было здорово. А тем, кто подписывал документы, это не нужно было. Зачем им вот там парк, зачем им чего-то? Как рассказывает один знакомый, очень хороший мой знакомый специалист по контролю, который работал долгое время в контрольном ведомстве, если ты видишь, что появляется новый крупный объект, торговый или объект, ну какой-то объект частный, да, какой-то предпринимательский объект, и не видишь вокруг благоустройства, имей в виду, что кому-то ушли деньги в карман. Потому что инвесторы, когда заходят, они всегда 30% закладывают либо на инфраструктуру общественное пространство, либо на откаты. Вот что мы видим здесь? Мы видим пустырь около Люльченки. Свет, я очень много видел таких примеров в других городах, к сожалению, да, очень жалко. Когда бизнесмены хотят сделать какие-то вот такие вот крупные проекты, и в первую очередь, что им говорится, понятно, что это не законом, а это как вот в мужицком разговоре. Слышь, человек, если ты хочешь здесь сделать там торговый центр или построить там дом, будь добр, вот здесь вот сделай еще парк, и вот тут вот сделай аллею. Вот все, это не взятка кому-то в карман, это не откат. То есть город получает реальные какие-то красивые парки, аллеи и так далее, понятно, что взамен чего-то. Вот. У нас, если не появляются парки, если у нас не появляется аллея, а появляются объекты. Ну, то есть ты с таким выводом тоже можешь согласиться. Да? Но здесь как раз, наверное, в том числе и творчество для общественной палаты, в которую ты вступил в этом году. Скажи, пожалуйста, какими вопросами ты собираешься там заниматься?
наверное, теми же вопросами, которыми я занимался, будучи журналистом местного. Я остаюсь журналистом, я просто сейчас работаю на федеральные каналы и исключительно на них, не делаю чего-то местного. Да? Но вопросы те же, Свет. Вот абсолютно. Я даже сейчас вспоминаю свои последние программы, которые вот делал я на местном телевидении. Они все те же, которые мы будем рассматривать в общественной палате. И что там была задача такая, что было очень приятно, когда что-то решается. Вот хотя бы даже если там, я не знаю, за год работы ты взял и помог, и решилась какая-то проблема с помощью тебя, это уже ты не зря поработал, это не зря ты уже в профессии был и есть и так далее. То есть вот ну, очень много примеров, там, когда и в области люди там воем выли, что у них нет воды по несколько месяцев, потому что там сломался какой-то насос, и его никак не могут отремонтировать, ты приезжаешь, а через неделю тебе люди звонят и говорят, вы знаете, нам сделали. Мы там жили там не знаю сколько. И вот последний там пример, мне до сих пор звонит бабушка из нашего дома ветеранов. Наверное, там одни из последних программ были, когда там пожаловались люди, что их там обирают, и что у них там нету и ни мягкого инвентаря, и деньги берут за что угодно. Бабушка мне звонит до сих пор. Милок, спасибо. Она меня поздравляет со всеми праздниками и так далее. То есть это уже не зря. Здесь та же самая история. Здесь даже если получится ну хотя бы что-то решить или по крайней мере раскачать вот эту вот тину, то это и то уже будет результат. Да? Помните, как в фильме «Полет над гнездом кукушки», да, герой? Ну я хотя бы попытался. Совершенно верно. И тем не менее, комиссии, в которые ты входишь, ты помнишь? Хотя бы вопросы, я тоже на названиях не всегда ориентируюсь. Да, там вопросы, объединили, мы еще не очень привыкли к новым названиям. Да. Это комиссия по ЖКХ, естественно. Центр общественного контроля. Центр общественного. И причем именно что мне нравится, это именно контроля общественного. Да? Потому что тоже очень много тем и историй было и в моих сюжетах по поводу того, когда огромные деньги тратят, а выясняется, что там кровлю сделали из горбыля вместо там доски пятидесятки и так далее, да, этих вопросов очень много. И вторая комиссия, которая меня очень сильно волновала, я вообще хотел, она раньше была отдельная по здравоохранению, ее объединили. Проблем в здравоохранении такое великое множество, несмотря на все вот эти дифирамбы, которые поются. Я очень часто езжу по области. Я не говорю за город. В городе есть проблемы, но не в таком количестве. В области нет медицины. В области нет здравоохранения. Это бедные люди, которые живут в этих деревнях. И вот даже вот рядышком с Кировом все воем воют. Ни укол сделать, ни на прием не попасть, никуда. То есть вот в этой истории мне тоже какое-то участие очень хочется принять. Да, это будет комиссия по социальному развитию, здравоохранению, физической культуре и спорту. На самом деле, когда эти вопросы объединяли, мне тоже казалось, что это слишком много для одной комиссии. Но мы посмотрим. В конце концов, палата может решать, объединяться, разъединяться. Я думаю, да, такая гибкая система, если поймем, и тем более Сан Саныч, он всегда за то, чтобы палата именно работала. Ну, комиссию по социальным вопросам Наталья Катаева, насколько я знаю, возглавляет очень деятельно. Причем это человечище, который любой из нас позавидует такой энергией и таким способностям. Ну и главный врач нашего перинатального центра никуда не делся. Да, да. Который тоже очень активно, который возглавлял комиссию по здравоохранению и остался с нами. Я тоже вхожу в эту комиссию, так что вместе поработаем. Будут ли как-то твои журналистские навыки отражаться на работе в общественной палате? Как ты собираешься, может быть, освещать эту Свет, деятельность? Мне бы вообще хотелось вообще в меру своей возможности сделать свободный канал, где можно взять и посмотреть любое из совещаний или работы комиссии. То есть вот буквально я могу, что от меня зависит, это поставить две камеры и от и до писать на то, что происходит, чтобы потом, ну, может быть, каким-то членам общественной палаты было стыдно за свое действие или бездействие, да, или за тем, чтобы люди не спрашивали, что вы там вообще делаете. То есть вот у всех вот да такой вопрос, зачем? Свободный канал с онлайном? Да. Трансляция онлайн? Вариант с онлайном, вариант без онлайна можно и так сделать. Я думаю, я еще, к сожалению, не дошел с этим вопросом до Сан Саныча Галицких, но я, конечно, с ним обговорю этот вопрос, и мне бы очень хотелось это сделать. Ну, Сан Саныч Галицких вряд ли может запретить членам общественной не палаты. Не запретить, но, скажем он так... Он скорее поддержит да, такую... заручиться поддержкой и поговорить, и предупредить, да, наверное. Ну и последний вопрос по поводу твоего участия в работе общественной палаты Кировской области. Все-таки
ты по-человечески и с профессиональной точки зрения объяснил, почему ты туда идешь, но что явилось толчком, что было этим щелчком, пойду в общественную палату. Свет, потому что эти идеи были давно. И я вот скажу, что еще с Артемом Паникаровских мы тоже хотели это сделать, но сейчас я уже могу сказать, нам сказали нет, нельзя. Нельзя. Как журналистам, пока вы в штате, да, нельзя идти. Пока мы находимся в определенном штате. И я помню, даже Артем очень сильно на это обиделся. И это там стало одной из причин там, его такого вот недоверия, скажем так, к тому месту, где он сейчас работает. И, в общем, вот такая история была. А у нас главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове сам член общественной палаты. И поэтому сам Бог велел. Я тебе могу сказать, что мне, конечно, работа в общественной палате очень помогает и в своей профессиональной деятельности, и в том, что, наверное, неуспокоенных и ответственных журналистов всегда волнует, да, решать вопросы. И хорошо бы их решать не только частным порядком, да, для конкретной бабушки или там конкретного ребенка, что тоже важно, но и системно. И палата, которая вышла бы на уровень системной работы, вот, например, запретить в городе Кирове законодательно выдавать в аренду или продавать участки под коммерческие объекты без социальных, например. Таких. Дай бог, хотя бы один вопрос. Верно, верно. Член общественной палаты Кировской области, журналист Владислав Крысов в программе «Особое мнение». Мы продолжаем разговор и сейчас снова о городских проблемах поговорим, или, может быть, наоборот, не проблемах, а ярких решениях, которых нас ждут. Игорь Владимирович Васильев и Илья Вячеславович Шульгин, губернатор и сити-менеджер, на прошлой неделе снова были в Москве. Они там очень часто бывают, особенно губернатор там часто бывает, по нашим сведениям. Вместе были нынче. 8 ноября там заседал оргкомитет по подготовке юбилея города нашего. 650 лет нам предстоит праздновать. И СМИ уже на основе пресс-релиза городской администрации опубликовали некоторые проекты, которые были некоторые я хотел спросить. Это вот я читал только и смотрел три. Угу. Вересники, концертный зал и судоходная вятка. Ну вот ты когда выйдешь из студии, я тебе дам стопочку проектов, отлично, которые Илья Вячеславович Шульгин оставил здесь, потому что они у нас были в программе «Урбан» вместе с Васильевым, и некоторые проекты более подробно презентовали, но, конечно, абсолютно не все. Ясное дело, наши журналисты, коллеги и мы в том числе выцепили то, что было в пресс-релизе наиболее ярким таким. Спортивный кластер в Вересниках. Там собираются построить, что только не собираются построить, даже ледовый дворец для конькобежцев. Я думала, что эта отрасль у нас уже все там погибла. Глядишь, и хоккейный дворец построят, и еще что-то. Хорошо ли, плохо ли, что огромный спортивный кластер, так называют его, возникнет в Вересниках, в отсутствии, опять же, дорожных развязок. Свет, это очень хорошо. Спортивный кластер, наверное, нужен. Я не могу понять, почему именно там. В свое время, когда-то тоже давненько, я снимал сюжет Вересника для Первого канала о том, как там люди возделывают землю. И я помню историю, когда я спросил у бабушки, я говорю, бабушка, как у вас тут вообще огород-то? Она говорит, милок, у меня сын работает на КамАЗе, и он мне сюда, по-моему, я вот боюсь соврать, что-то в районе 5 метров земли навозил, чтобы поднять этот участок, который у него был поставить 5 метров. Света, а если там делать спортивный кластер, зачем такие расходы? Вот, я не знаю, может быть, это хорошо, но время ли сейчас? То есть вот поднимать там настолько вот все вот это вот и делать такие нью-васюки там, я не спорю, что он нужен, спортивный кластер. Со спортом беда, действительно у нас, да, но там ли? Ну, ведь уже начали. Легкоатлетический манеж. А уже помнишь, весной показывали, как он плавал? То есть я опять сразу вопрос, там ли? Сейчас прервемся на 1,5 минуты и на вопрос, там ли, попытаемся порассуждать чуть позже. Да, действительно, программа «Особое мнение» продолжается в нашем эфире. Веду ее сегодня я, Светлана Занько, а свое особое мнение высказывает член Общественной палаты Кировской области, журналист Владислав Крысов. Мы начали говорить о проектах, которые планируют реализовать к 650-летию нашего города Илья Шульгин и Игорь Васильев. Именно они вдвоем ездили на прошлой неделе защищать эти проекты в федеральный центр. Мы остановились на спортивном кластере в Вересниках. Там ли, ты сказал, строить его? Это вопрос не только о спортивном кластере, потому что Вересники вообще рассматриваются в очередной раз как довольно гигантский, такой большой весомый проект,
серьезного преобразования городского пространства, связанного с рекой, связанного с выходом к воде, не только со спортивной инфраструктурой, но и с жилой инфраструктурой, и социальной инфраструктурой. Почему страшно об этом говорить? Почему так осторожно все об этом высказываются? И почему ты думаешь, Илья Вячеславович Шульгин, которого назвать чистым там прожектором, ну, сложно, потому что какие-то шаги за этот год мы видим реально сделанные Ильей Вячеславовичем. Почему он и Васильев все-таки на этой территории делают акцент? Ну, мне кажется, может быть, что-то хочется оставить яркое, да, то, что вот смотрите-ка, вот там всю жизнь была дыра дырой, да, грубо говоря, мы в детстве даже туда боялись ходить гулять, потому что там, не дай бог, туда попадешь, особенно в темное время суток, да, а тут вдруг бах, и там появляется вот такое, наверное, хочется оставить, но вот в то же время я не знаю, насколько они себе представляют, что там может происходить. С теми же паводками, которые там, ладно, 100 лет не было сильных, но там бывали такие паводки, когда еще там, когда была железная дорога, даже ее перетапливало. А это... Но с другой стороны, если не заниматься вересняками действительно серьезно, то вряд ли там можно решить хоть когда-нибудь очень острую социальную проблему жителей, которые живут в бараках, живут с выгребными ямами, живут без канализации, без водопровода и прочего. Свет, ну, наверное, здесь вообще вопросы, я не знаю, насколько это нужно делать бюджеты, а вдруг это интересно тем же застройщикам. Отдайте это место застройщикам. И они сами определят, насколько они определят, это эффективно. Это рынок, это бизнес, и если это действительно эффективно, то бизнес туда зайдет. Все а сделают, если нет, то тогда да? Зачем туда вкладывать государственные деньги? Пусть бизнес проанализирует твое предложение. А вот Игорь Владимирович Васильев все-таки не оставляет свою идею о строительстве концертного зала, проявляет настойчивость. И он, этот проект, вошел также в презентацию, которая прошла на прошлой неделе. Вот комментарии есть разные. Кто-то долгое время считал, что это шутка. Да, будем петь, плясать, да, вместо того, чтобы что-то там... Ты сейчас так думаешь? Нет, я, честно говоря, я, скажем так, не в смысле петь, плясать, но я, вот, допустим, ну, любитель сходить на концерты тех там групп исполнителей, которые мне нравятся. И на самом деле места, которые есть, ну, вот, кроме филармонии, я таких вот достойных мест для каких-то больших концертов, да, я действительно не вижу, возможно, это действительно нужно, да. Поэтому я там не хочу сказать, что это прям-таки своевременно, и это единственное, что нужно, и первоочередное, что нужно. Ну, нужно. Угу. Ты был на урбанистическом форуме, первом урбанистическом форуме, который прошел в Кирове в октябре месяце, очень активно участвовал в сессиях, много чего посетил. Это тоже все очень связано с 650-летием. Собственно, Илья Вячеславович, который тоже там отрубил 2 дня, абсолютно плотно общался с людьми. Что еще ты там услышал, какие для себя выводы сделал, ну, по позиции управления, управленцев городом, а там была и Ковалева, и Шульгин, в отношении там серьезных системных изменений или частных каких-то проектов? К сожалению, я вот, если честно, Елену Васильевну там не очень слышал, я ее видел, но я ее не очень слышал, да. Меня очень сильно удивил Илья Вячеславович, потому что я был немножко другого мнения, и вот в том, да, сколько я сталкивался и по работе, и так далее, да, я тут, честно говоря, удивился в том, насколько он готов идти на диалог и насколько он за то, что нужно менять в убранстве города, в каких-то вещах. Меня это очень удивило. Вот, наверное, самое большое мое было удивление. Все остальное, там были, да, замечательные спикеры, с которыми мы поговорили, и они все интересно рассказывали, но, если честно, ну, мы вот, у нас все это на поверхности. Но другой вопрос, насколько это дело услышат, потому что вот Илья Вячеславович тот же, он не, скажем так, дай бог, он будет дальше слушать. Потому что вот даже эти вещи к 650-летию Кирова, когда говорят про судоходную вятку, это смешно. Ну вот мне реально смешно, я вырос на Вятке. Я всю жизнь прожил у Вечного Огня. Мы с 3-летнего возраста, наверное, торчим. Я не видел там ни одного парохода. Не надо этих басен, что она была мега-судоходная. Там всю жизнь ползали баржи, которые и те иногда садились на брюхо. Это при том, что там с утра до ночи работали земснаряды, выковыривали этот песок. На следующий год там снова одни отмели.
Какие пароходы? Зачем туда это вбахивать столько денег? Там не будут ходить пароходы, понимаете? Ну, вот комментаторы пишут в интернете, Чапаев давно к нам прорывается. Да. Ну, дай бог, там может быть какой-то... Ну, вот, ну, я не знаю, надо поговорить с людьми, я так понимаю, это же не первый раз эта тема, да, и вот поэтому я... Если Илья Вячеславович будет слушать людей, которые действительно в этом городе родились, которые в нем прожили всю жизнь, да, то, наверное, он услышит какие-то вещи, которые действительно ждут в этом городе. То же самое, когда вот я помню всю эту историю, когда Василий Киселев еще вот город обрел парк, Александровский сад снова, да, это был просто шок у людей, потому что там был такой захламленный лес уже, и просто туда уже страшно было заходить. И когда мы получили там уже, правда, давно-давно, это был шок. Вот не надо нам суда и пароходы, сделайте нам еще пару парков хотя бы, да, или за этим следите, как положено. Я 3 месяца бился и намекал Елене Васильевне Ковалевой о том, выкладывал в Инстаграм, в Фейсбук, выкладывал везде о том, как убили набережную от Вечного огня до Александровского сада. Она сползла во враг. Там не было брусчатки, там были огромные ямы, там нет фонарей, в эту яму можно улететь. Я сегодня перед эфиром, Света, я прошел там, думаю, вдруг я скажу в эфире, а там уже отремонтировали, там заложили брусчатку. Ну, 3 месяца, Света, 3 месяца. Брусчатку-то заложили, она же снова поползла. Она поползет, там нет ливневки. Там нет ливневки, там все смывает и все утекает. И нет берега укрепления, там нету ничего. Поросль, которая держала склон, Света, а мы хотим делать судоходную вятку. Давайте сделаем набережную, нижнюю, верхнюю давайте сделаем. В Самаре выйдешь на набережную, там дух захватывает. Понятно, что у нас не Волга, понятно, что у нас, ну, давайте хотя бы беречь то, что у нас есть, а не строить какие-то планы по судоходной вятке. Я бы очень обрадовался, если бы сделали нижнюю набережную, которую сделали, сказали А, но не сказали Б. Я бы очень обрадовался, если бы сделали верхнюю набережную, на которой сейчас фонари через один работают, и берег сползает. Да. Мы должны завершать через 4 минуты. У меня еще одна тема, по которой, конечно, безусловно, нужно высказываться. Мы говорим о судьбе хоккейного клуба «Родина». Здесь главный тренер хоккейного клуба Игорь Загоскин нам прокомментировал нынешнее их состояние. Он говорит следующим образом, абсолютно открыто, он всегда открыто говорит и комментирует, как ты знаешь. У клуба нет денег вообще, говорит он, не то что на выезды, а вообще ни на что. Поэтому следующий матч под огромным вопросом, будет он или нет, поскольку по регламенту соревнований надо рассчитывать судей, платить им. Надо проводить матч, надо платить за техслужбы, которые проводят этот матч, а денег ни копейки нет. И добавил, что в данной ситуации им остается надеяться только на помощь региональной власти, которая знает о критическом финансовом положении клуба. Я, Света, не очень сильно углублялся в то, что там многие жалуются и многие говорят, что ну а вы посмотрите, какие у этих хоккеистов зарплаты, а вы посмотрите, на что они претендуют и так далее. Я не очень туда углублялся и, честно говоря, в чужой кошелек не лез. Но в том, что хоккей должен быть и что очень больно, что у нас исчез футбол. Хотя я не ахти какой болельщик, я все время ходил на футбол на «Динамо», я очень часто ходил смотреть на «Родину», я очень часто радовался даже не за «Родину», а за тех людей, кто туда ходит. В те времена, когда туда ходили тысячи, сейчас у моих друзей занимаются там дети. Пусть иногда они ревут с тем состоянием, в котором это все есть. Но я видел своими глазами за всю свою жизнь в Кирове, да, что это нужно. И мне тоже очень обидно и тоже смотри, очень. Смотри, вот эта ситуация, она меня, почему я задаю этот вопрос? Сколько я работаю в СМИ, не очень долго, не так долго, как ты, всегда была одной и той же. У меня такое ощущение, что вот это как человек, которому какие-нибудь мафиози по фаланге пальцев, по косточкам его просто отрубают, разрывают, это мяско по-живому все время режут, и всегда одно и то же. Но каждый год находят десятки миллионов и вваливают в команду. Каждый год. В ту, которая разрушается, умирает, все уходит, но все равно тратятся десятки миллионов. Меня эта ситуация совершенно не устраивает. Я ее не понимаю. В чем здесь
цимус, понимаешь? Я тоже не понимаю, на мой взгляд, но опять же таки я еще раз говорю, что я не профессиональный там. Почему человек. Нельзя принять решение? Принять решение, например, хотя бы такое, что если мы, ребята, не можем потянуть там суперлигу, высшую лигу, да, давайте мы будем выступать вот здесь вот, но хоккей будет. Дети должны на это смотреть, дети должны это видеть, дети должны на этом расти. Пускай дети видят что-то хорошее даже не в Кирове, абсолютно, а то, что они видят сейчас, абсолютно с тобой согласен. Это при парке мертвым. Почему не принимается окончательное решение? Хотя бы принять точно, кровь. Ребята, да, ребята, мы не можем вам сделать то-то, но мы вам точно можем гарантировать, что у вас там, я не знаю, 5 лет подряд будет то-то. То есть и хотя бы люди будут знать правила игры. А если люди когда нет правил игры, правила идти, у них есть свои запросы определенные. Тогда уже это будет предмет разговора в другой студии. То, что мы читаем, разве это не смерть, не агония? Совершенно согласен и совершенно очень даже больно и обидно. Так же точно, когда было больно и обидно за стадион «Динамо» и за футбольную команду «Динамо». И к 650-летию я не вижу, что какая-то хоккейная инфраструктура. Там у нас есть конькобежный, легкоатлетический, да. Плавательный, но этого нет. Так почему же не поставить точку, не сказать, ребята, не будет в это время ближайшей профессиональной команды. Вот у нас будет легкая атлетика, вот у нас Света, будет это тысяч, и детский. Это 1050 электората. Ты думаешь? Ну, вот 1050? Смотри, да, если зато взять те 5 там, или 6-7 тысяч, которые в хорошие времена ходили на смотреть на игру Родины, взять их жен, взять их матерей, которые за них переживали, взять их детей, это большой электорат. Жены и матери переживали, что они ходили с водкой и с коньяком, там, да, ничего, чтобы не замерзли. Не все же ходили. Понятно все. Продолжим разговор в следующий раз. Я благодарю за участие в нашей программе Владислава Крысова, члена Общественной палаты Кировской области, журналист. Встретимся и в Общественной палате, в наших эфирах. Спасибо тебе. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо, до встречи. До свидания.